Всем привет, ребята, с вами по-прежнему я, Тадур, и добро пожаловать на новую серию сериала «Класс демонов». Если вы хотите, чтобы новая серия этого сериала вышла как можно скорее, обязательно ставьте лайк. Как только на этой серии наберется очень много лайков, очень много комментариев, я тут же выпущу для вас новую. Ну а также не забудьте про какой-нибудь положительный комментарий, нажать на колокольчик и досмотреть эту серию до конца, ведь мы над ней очень сильно старались. Ну а я желаю вам приятного просмотра, и мы погнали. В общем, демоны, так, ладно, все, вроде бы все в сборе, Трикси тут, Кристанс тут, Роза тоже тут, только Данте и Ранфиса не хватает. Ладно, видимо, опаздывают. С первым нападением темных демонов мы справились. Да, конечно, вчера капец жаришка была, вы видели, как там всех люлей там всем отвешал, сделал из них полный люля-кебаб. Вы показали результат, которому учили вас в этой школе. Ну да, хотя я на самом деле всего лишь 2 или 3 дня в этой школе, я уже не помню сколько там, я вчера нормально так этим темным демоном навалял. Ну ладно, не буду особо зазнаваться, а то еще другие начнут там типа завидовать. Особенно сильно меня удивил Теодор. О, похвала подъехала. Так, ладно, главное сейчас себя вести смирно, а то еще этот Кристенс снова начнет завидовать, что-нибудь там говорить, или опять в драку полезет. Вчера он был человеком, а сегодня он нечто незнакомое. Ну, как сказать незнакомое? Вообще-то я полутемный демон, полусветлый демон. Интересно, вообще до меня такие были... Директор, почему вы его хвалите? Ну вот, началось. Я так и знал, что ему это не понравится. Он просто флиртовал с девчонкой, пока мы воевали и рисковали жизнями. Чего? В смысле просто флиртовал? Вообще-то у меня был четко спланированный план, с помощью которого мы как раз-таки и выиграли. И смогли дать нормальный отпор такой этим темным демонам. Че ты вообще такое несешь? Ё-моё. Ладно, у меня уже у самого кулаки на самом деле чешутся. А что с ним случилось? Ага, чего? А, Роза, ты не видела, что я вчера там сотворил с этими темными демонами, что ли? Думаю, будет лучше, если Теодор сам все расскажет. Нет, не видела? Серьезно? А ты вообще вчера сражалась? Ах да, ты, наверное, где-то в другом месте сражалась. Ну, да ладно. В общем, чё, серьезно, не видели? Да и Трикси вроде бы там не было. Ну, раз уж вы не видели, ладно. Я, честно говоря, не особо хочу зазнаваться там и так далее. Выставлять себя каким-то героем и говорить то, что только с помощью меня мы победили. Но, видимо, придется рассказать, раз уж вам так интересно. В общем, как бы вам это так сказать, вчера я прибежал на помощь директору и Кристанцу, и я не помню, кто там еще был, и увидел то, что они сражаются против темных демонов, и, соответственно, естественно, я должен был им как-то помочь, и я подумал то, что, в общем, я не буду называть имен, но меня поцеловала одна демоница, и с помощью этого поцелуя мне передались половина сил светлого демона. Мне, кстати, тоже интересно, я в тот момент дрался в воздухе с одним из демонов. Да-да, вот, так что слушайте. И, в общем, после этого поцелуя мне... Чё, дерюсь? В общем, после этого поцелуя мне передались половина силы этой демоницы, и я получил наполовину силы светлого демона. Так вот, в войне с этими темными демонами я не мог никак победить, и никакие там силы показать, и не мог использовать никакие толком заклинания, и я подумал, а вдруг, если я поцелую темную демоницу, то половину ее сил тоже мне передастся. Так вот, я начал с ней флиртовать, там заговорил ее и так далее. Ну, как говорится, язык-то у меня подвешен. В общем, вот, развел ее, так сказать, по полной, и она меня поцеловала. В общем, у нас там случился небольшой с ней романтик, и после нашего поцелуя мне также передались и ее силы. И я, получается, стал наполовину темным демоном и наполовину светлым демоном. У меня появилась другая волшебная палочка с другими заклинаниями. Там они просто обалденные. Я вчера с помощью них всех разваливал. И, короче, все вот это вот так вот как-то вот произошло. И с помощью этого мы смогли отбиться и победили. Он вчера с девчонкой гулял. Никогда не слышал об этом способе. Чего? Да, не ожидала такого от Дора. Молодец. Чего? Трикси, ё-моё, чем ты недовольна? Фух, блин, ну я же даже не назвал твое имя, то что это ты меня поцеловала. Не хотел тебя позорить. Ребята, извините, мне нужно будет немного отлучиться и догнать Трикси. Мне кажется, она из-за чего-то расстроилась. Иди за ней, беги, чё стоишь? Да ладно, ладно, сейчас верну ее. Ё-моё, Трикси, ё-моё, ну куда ты побежала? Ну чё ты обижаешься? Так,
Господи, ну я же не хотел тебя этим обидеть. Я всего лишь рассказал им правду. Ну, Трикси, ну ё-моё, ну постой. Ну чё ты, ну куда ты бежишь? Да не обижайся. Ух уж эти девчонки, ё-моё, ревнует что ли? К той темной демонице? Да господи, блин, капец, окей, надо ее догонять, получается, теперь. И оправдываться перед ней придется там, и так далее. Ё-моё, не думаю, если я расскажу перед всеми обо всем об этом, то, что произошло вчера, мне теперь придется оправдываться перед Трикси. Трикси, чё ты опять уставилась на эту луну? Да, она красивая и так далее. Ну блин, ну выслушай меня. Отстань, Кристанс мне все рассказал. Чего? Кристанс рассказал? Да чё ты его слушаешь? Он же постоянно настроен против меня. Он тебе по-любому там чёрт пойми чё вообще наговорил. Ты думаешь, я не ревную? Чего? Ты еще и ревнуешь? О господи, ты поступила очень некрасиво. Я призналась тебе в своих чувствах. Я дала тебе половину своих сил. Ну, как бы да, я все это знаю. И я очень тебе благодарен там. И тому подобное. А ты во время войны, пока твои одноклассники рисковали своими жизнями, защищая школу, целовался с какой-то темной демонихой? Ну блин, ну я же объяснил, зачем я ее поцеловал. Ты же это понимаешь. Ну ладно, окей, объясню тебе персонально. Наедине, так сказать. Мы бы проиграли в той войне, во вчерашнем сражении, понимаешь? Я видел, как никто не может с ними справиться. Я решил взять эту демоницу на себя. Но когда я с ней сражался, я не мог вообще составить ей никакой нормальной конкуренции. Я постоянно падал от ее заклинаний и чуть ли не терял сознание. И потом я вспомнил, как ты меня поцеловала и передала мне половину своих сил. Я стал наполовину светлым демоном. Так вот, в тот момент я подумал то, что вдруг, если эта демоница меня поцелует, то я получу также половину ее сил. Я, конечно, был не уверен, ну, не до конца, но... Чего, блин? Что за фигня? Что происходит? Это еще нафиг... Чё? Что? Обалдеть, кто это? Чё за бред? Что? Кого он мне напоминает? Где это я? Трикси, ты его знаешь? Что, блин, какого фига? О, кажется, это школа светлых демонов. Обалдеть, стоп, чего? Ну-ка, дай-ка пригляжусь. Что? Чего за бред? Наконец-то я попал куда надо. Погоди, стой, Джаспер, это случайно не ты? Чего за бредятина? Ты вообще кто? Откуда ты знаешь мое имя? В смысле, подожди, ты меня не помнишь? Вообще-то это я, твой одноклассник, алло, обалдеть. Пару дней назад мы с тобой сидели на пикнике. Ты говорил там про какую-то книгу и про демонов, про потусторонние миры, и, между прочим, из-за тебя я сюда попал. Это я, Теодор, ты чё, меня не признал? Да, я немного видоизменился, но, как бы, ты тоже, по-моему, ну, я-то тебя узнал. Ах, да, Теодор, так вот куда ты попал. Что с твоим телом? Теодор, вы знакомы? Ну да, ты же знаешь, я как бы человек и попал сюда случайно, ну точнее не случайно, а из-за вот этого вот придурка. Что с моим телом? Ну, вообще-то я попал сюда из-за тебя, насколько ты знаешь, из-за твоей дурацкой книги и вот этих вот всех порталов и рассказов про демонов и тому подобное. И как бы, когда я сюда попал, мне ничего не оставалось, как вступить в эту школу, начать в ней учиться, ну точнее меня заставил директор этой школы это делать. И я принял сторону светлых демонов, а сейчас вообще идет война между темными и светлыми демонами, и мы воюем, и мне пришлось стать тоже демоном, только я теперь наполовину светлый, короче, это вообще не важно. То есть, получается, ты принял сторону светлых демонов? Ну, как бы да. Что мне оставалось? Не за темных же воевать. Да и вообще, изначально я о них даже и не знал. Что ж, очень жаль. Чего, блин? Погоди, я вообще не понимаю, а ты как здесь оказался? И чё вообще с твоим телом? Чё за бредятина? И почему тебе жаль? Так, ладно, короче, подожди. Стой, это ты мне все потом расскажешь. Но раз уж ты здесь... Ты не мог бы меня вернуть обратно в наш человеческий мир? Чё за бредятина? Зачем ты, во-первых, меня сюда отправил, а во-вторых, давай меня обратно возвращай. И там мне в человеческом мире расскажешь, что ты здесь делаешь и вообще, что с твоим телом. Мне вот эти вот твои игры надоели. Давай, вызывай обратно портал, запихивай меня туда, и я обратно вернусь в свой мир. Я уже соскучился по своим друзьям и родителям. Наивный глупец? Чего? В смысле наивный глупец? Ты вообще как со мной базаришь? Ты забыл, как я тебя в школе прессовал за вот эти вот твои словечки и тому подобное? Я сейчас тоже самое могу повторить. Вы всегда издевались надо мной, а теперь ты просишь у меня помощи? Чего? Давай вызывай этот портал, я не собираюсь тебя умолять. Я тебя сейчас как втащу, и тогда тебе точно не поздоровится. Мне даже на руку, что ты принял светлую сторону. Чего? В смысле на руку? В смысле светлую сторону? Какая тебе разница вообще, какую сторону я принял? Чё ты вообще несёшь?
Теперь я могу отомстить тебе за все издевательства. Чего? Он еще и летает. Блин, офигеть. Ты что делаешь? Так, обалдеть. Окей, ладно, подраться, значит, хочет. Окей, разбат, на, получай. Так, окей, ладно, на, получи. Фу, блин, обалдеть, нет, этим его не одолеть. Придется использовать заклинание темных демонов. Так, а ну-ка, на, получай. Фух, блин, обалдеть, а какого фига он такой сильный? Огненное дыхание. Так, офигеть, да как его поймать-то? Так, еще и телепортируется. Что за притятина вообще? Так, еще и летает, а у меня-то крыльев нету. Так, а ну-ка, ладно, окей, попробую достать его в воздухе. Обалдеть, Трикси, отойди подальше, чтобы я тебя не задел этим самым шквалом огня. Так, только я из-за этого шквала его вообще не вижу. Огненная бомба, я получай. Нет, пока он в воздухе, мне его так просто не достать. Так, а ну-ка, череп пресушителя. Обалдеть, за каким заклинанием его вообще? Так, ладно, может быть дождаться, пока он хотя бы приземлится. Ё-моё, снова этот портал вызвал. Да чё вообще за фигня? Обалдеть, он постоянно летает. А ну-ка, валун. Чёрт возьми, практически попал. Так, окей, 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 окей. Фух, молниевый луч, на, получай. Так, хотя бы молниевым лучом я смогу его, наверное, достать и парализовать, чтобы он хотя бы как минимум опустился, ё-моё, на землю. Так, окей, всё, контролирую, кажется, его. Так, на, получай, получай, получай. Ё-моё. Черт возьми, как же мне сейчас необходимы эти самые крылья, чтобы я хотя бы мог за ним угнаться. Окей, распад. Черт возьми, распад, на, еще, получай. Обалдеть, молниевый диск. Так, отлично. Он же по мне не попадает, глупец. Что он вообще делает? Огненное дыхание. Сдохни ты. Обалдеть, какого фига мой бывший одноклассник, самый, так сказать, лошок класса, вообще какой-то демон, еще и с крыльями, еще и такой сильный. Обалдеть. Никогда не ожидал то, что Джаспер добьется таких успехов магии. Так, ладно, получай, 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 получай. Черт возьми, у меня совершенно ничего не получается. Сейчас бы не помешала чья-то помощь или что-то вроде этого. Чё мне с ним вообще делать? Фух, чего? Ну все, ты меня разозлил. Чего? Обалдеть! Что? Что со мной? Черт возьми, он меня парализовал, кажется. Черт, я ничего не вижу. Даже повернуться не могу. Чё за бредятина? Чё ты со мной сделал? Теодор? Блин, Трикси, я двинуться даже с места не могу. Что с тобой? Да я не понимаю. Я даже в другую сторону посмотреть не могу. Он, кажется, меня парализовал. Ты пойдешь со мной, девчонка? Чего? Чё вообще происходит? Эй, стоять! Вы вообще куда? Черт возьми, я парализован! Трикси! Трикси, нет! Стой, подождите! Обалдеть! Да как выбраться из этой фигни? Черт возьми, я даже пошевелиться не могу! Даже кончиком пальца! Черт, 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 черт! На куда он там ее повел? Снова вызвал этот портал и куда-то за собой увел! Обалдеть, что так колбасит-то? Когда меня уже отпустит? Фух, ё-моё, так, окей, кажется, отпустило, но я даже до сих пор нормально двигаться не могу. Чего? Портал пропал? Нет, черт возьми, нет, он же забрал с собой Трикси. Так, ладно, окей, надо что-то с этим делать, куда они вообще могли деться? Эй, вы, там еще кто-нибудь есть? Появись давай обратно, если ты не трус, вернись. Ё-моё, верни Трикси, черт возьми, кажется, улетели куда-то. Неужели он забрал ее обратно в человеческий мир? И вообще, что он делает в мире демонов? Какого фига он здесь оказался? Кажется, он как-то сам нашел портал в мир демонов. И почему он наполовину был фиолетовый, как и я? Неужели он тоже темный демон? Чё за бредятина? Так, ладно, окей. Надо обо всем об этом срочно рассказать директору. Пока не поздно. Пока он до сих пор... пока он ничего не сделал с Трикси там и тому подобное. Так, ладно, окей, 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 окей. Фух. Главное успеть, чтобы он ничего не успел сделать с Трикси. А то она на меня обижена там и все дела. Вдруг еще что-нибудь случится. Так, ладно, ё-моё, еще тут и Кристанс стоит. Ё-моё, вообще не вовремя. О чем ты там с Трикси общался? И вообще, где она? Слушай, сейчас вообще не до этого. Что ты с ней сделал? Да я ничего с ней не делал. Там появился какой-то темный демон. Мой старый знакомый. И украл ее. Создал портал и забрал ее с собой. Что? Украл? Тварь? Так, ладно. Мне нужно срочно сообщить об этом директору. Эй, чего, блин? Да что ты снова драться-то лезешь? Ё-моё. Так, ладно, на, получай.
Получай, получай! Да ё-моё, долбаный крестанцы! Почему ты такой драчун? Господи, да отвалит от меня! Мальчики, прекратите! Что вы делаете? Да он сам первый на меня нарвался! Я ему говорю то, что его подруга, одноклассница пропала! Он снова своими кулаками начал размахивать и тому подобное! Роза, блин, спасибо, что ты тут появилась! Тварь, да я-то тут вообще при чем? Отвали от меня! Уберите его кто-нибудь от меня! О, Данте, здорово! Угомони этого бешеного! Он опять на меня набрасывается с кулаками! Кто-нибудь объясните ему то, что я вообще никакого зла там ни ему, ни Трикси не желаю. Чё он постоянно на меня нарывается? Что тут произошло? Я тебя убью? Да угомонись ты. Так, ладно, мне вообще не до вас. Дело в том, что Трикси пропала, ребята, ваша одноклассница. Побежали быстрее, расскажем об этом директору. Успокойся. Да-да-да-да, всё, идёмте. Надеюсь, он не собирается снова есть на меня драться. Фух, так, ладно, надеюсь, хотя бы в кабинете директора он этого делать не будет. Не такой же рискованный, наверное. Директор, директор, директор. Здрасте. Так, во-первых, уберите от меня этого бешеного. А во-вторых, слушайте меня внимательно. Теодор, что случилось? В общем, дело в том, что я пошел успокаивать Трикси. Ну, точнее, как... поговорить с ней, спросить, почему она обиделась там и расстроилась и тому подобное, и вообще ушла из вашего кабинета, и не стала праздновать, так сказать, нашу маленькую победу и так далее. И короче, там около фонтана, на выходе из школы, появился какой-то темный демон, а точнее, это был мой старый знакомый, который как раз-таки отправил меня сюда, ну, в мир демонов. Он именно тогда, в тот день, создал этот портал, мой бывший одноклассник, и с помощью этого портала я попал сюда. Его звали Джаспер. Гад, это все он? Да успокойся ты уже. Как его зовут? Его зовут Джаспер. Он был вообще каким-то чудаком, постоянно говорил о каких-то демонах, потусторонних мирах, заклинаниях. Мы его все не верили, но оказывается это все правда, но это уже не важно. Ах, это Джаспер, тот самый сын главаря темных демонов. Чего? Сын главаря темных демонов? Че вообще? Сын главаря? Обалдеть! А я-то думаю, что он тут делает и че вообще с его телом? Да, то, что он здесь появился не к добру. Он забрал Трикси точно не с хорошими намерениями. Ну да, явно не с хорошими. Но блин, что за фигня вообще, зачем она ему понадобилась? Ага, времени. Где моя сестра? Чего? Она еще и сестра твоя? Я думал, это девчонка, которая тебе нравится. Че за бред вообще? Кажется, я знаю, где они могут быть. И как туда попасть? Чего? Серьезно? За мной? Так, ладно, окей, ребята, побежали тогда за директором. Пока с Трикси что-нибудь не случилось. Давайте, давайте, быстрее, директор. Только не понимаю немного, куда мы вообще все бежим. Фух, блин, я уже запыхался бегать на самом деле. Мне еще этим параличом парализовало. Так, ладно, окей, что вообще такое придумали? Так, что, блин? Так, все сюда, быстрее. Директор, кажется, что-то придумал. Он, по-моему, знает, где может находиться Трикси. Ближе ко мне. Мы отправляемся в опасную локацию? Чего? Опасная локация? Вы о чем вообще? Обалдеть? Черт возьми, я же горю. Ну что, побежали спасать Трикси? 1, 2, 3. Поставь лайк, подпишись на канал, чтобы Тадор быстрее свой ролик заснял. Для тебя он канал продвигал и монтировал видосы, пока ты спал. Поставь лайк.